Spanish human! Where the hell did you come from? Long Beach. I gave up my seat. It's gotta be 20 clicks. Through them? Hey, catch me. Better be food on this flight. Ticket, please. Oh, sorry. Must be my with Jackie. This'll do. Oh my God, you're Emma John, right? And Robert Steele? Can I get a selfie? Так, ну что, ребят, всем привет. Это прохождение игры Dead Island 2. Я играл в первую часть давным-давно когда-то. В ее дополнение играл. Вот, хотел поиграть в Dead Island 2. Она вышла, по-моему, год назад. Но я только сейчас в нее играю. Во-первых, она до сих пор в Steam недоступна. Ее нету. Вот, поэтому я играю на пиратке. Вот так вот. Купить нет возможности. В Steam нету. Итак, у нас есть вот несколько персонажей. Можно выбрать. Значит, Джейкоб. Здесь его характеристики, атрибуты. Я так прикинул. Ну, скорее всего, за него буду играть. Также у нас Бруно. Карла. Дани. Или Дэнни. Дэнни. Райан. И Эмми. Ее вот 5 персонажей. Ну давайте, наверное, выберу все-таки Джейкоба. Нет, хотя, может быть, либо его вот выбрать, либо вот этого персонажа. У него стойкость на максимум, а вот у этого максимальное здоровье. Ну давайте, ладно, за Джейкоба выбрать. Кто еще не понял, это игра про зомби-апокалипсис.
Посмотрим, как зайдет игра. Ну, жестко. Так, ну сейчас будет идти обучение. Аптечку вижу. Мужик, давай быстрее перематывайся. Раны мы, по идее, сейчас никуда бежать-то и не сможем. Так, а что мне надо сделать-то? Уматывайте отсюда. Ничего себе тут. А ну тут есть что-нибудь, что-нибудь взять можно, нет? Найти других выживших нужно. Надо вообще сначала отсюда выйти, потому что я реально ничего не найду. Oh, hi. I'm alive too. Oh, fuck. Чё? Seeing things. Not a good sign. Это глюк был или... Смотри-ка, трупак. Oh, my days. Жесть. Time to tool up if I'm to get through that. Так, это у нас что-то такое мачете. Gotta be a passive barber about it. Нажми для атаки и что-то там. Ладно, пошли. Я так понял, скоро будет первый бой уже. Обалдеть. Так, находясь в темноте, нажмите X, чтобы включить или выключить фонарик. А, отлично. Свет есть. Слушай, надо посмотреть, мало ли. Тут какая-нибудь полезная вещица будет. Ну, мужик... Кто там, мужик застрял просто, его там прищемило. Пнуть, чтобы на Е, да? Пнуть на Е надо. Вот это нормально. Это нормально. Будем раздавать, конечно же, люлей. Так, сохранение прошло. Отлично. И уже на автомате. Уже на автомате просто ничего себе тут. В туалете кто-то в этот момент был и... Во время крушения. Ты смотри, да? No more hanging around. Это запланированная сцена тут. Так, обойти огонь. Ну пошли, обходим огонь. Я так понял... Особо ничего полезного сейчас не будет. Пока идет обучение у нас. Прыгать. Выводят нас отсюда. Левый shift, чтобы бежали. Чё тебе было-то? Как будто стреляли. Он тут от каждого шороха будешь это. Погоди, стой. Не то, не то, наш, ты чё творишь, блин?
с ноги не открыть. Тихо, спокойно. Так, трое выживших. Майкл. Джейкоб. Майкл, Джейкоб. Эмма. А у женщины там понятно. Истерика. Why? I mean, this is all his fault, the selfish wanker. Will you stop standing there and find me some fucking shoes? А, у него проблемы с туфлями. You got some blood coming out. Ей не в чем идти, короче. What? I can't hear you. I got blood coming out of my ears. А это проблемы с ушами. What are we going to do? После взрыва, после падения. Trying to look tasty. Одевай давай туфли свои. This is Emma Jaunt. Nice. Of course you know what a huge star she is, Romero winner no less. We need to get her home to safety. Aye, aye. What's this? Careful. Погоди, здесь кого-то придавило, получается. А там сейчас смотри, наверное, не уже. Ух, ё-моё, печальное состояние. Ещё тут один. Это девушка. She's hanging in there. По-моему, ей хана уже. И ему хана, у него, смотри, там. Многотонная фигня вот эта вот. Придавило просто, и мне кажется, ее не поднять такую. On me. Lift. It's too heavy. Это, по-моему, от шасси фигня-то. We need to go. Okay, got you picked. Emma? I mean, perhaps we should stay. Darling, the world needs you. They'll protect them. Oh. Volunteer, am I? Okay, Michael, if you're sure. Here is my address, in case you change your mind. Good luck. Так, она оставила нам адрес, куда мы потом пойдем, я так понял. А, вы все сваливаете, вы серьезно, что ли? Эй, народ, блин! Не, молодцы такие, срулили, я тут теперь один должен все расхлябывать. Всем помочь, и еще... Выжившим... это уже первый выживший. Шок. Давай. Hello? Тихо, не ори, он дохлый, давай. You're boring me. Ты жив, что ли? That's a funny tone. Got a tool up. Возьми другое оружие. А какой другой-то? У этого гаврика ничего нету. Вон там, что ли, взять? На, смотрите. Мусорный молот. Ну, давай возьмем. Блин! Ничего, пока заскриптованная сцена идет. Нажимай, ничего не работает. А вот теперь... Аптечка выпала. Так, нажми F рядом с... А я чё сейчас... А, погоди-ка. Погоди, это кто? Это по-прежнему... Они по... продолжают вылезать, ты смотри. Это что такое? Хлам какой-то, собираем. А,
Анжелика, а помочь-то ей можно или нет? Убейте всех. Ага, то есть свалить не получится, нужно просто всех убить. Ну что ж, валим. Еще есть, еще и вон. Какие-то бесконечные товарищи. Погоди, а где... Куда я ружье-то дел? А, вот оно. Погоди-ка. Дай-ка мачете возьму. Где же я, чтобы взять круг оружия? Да погоди. Во. Не-не, ну как выбрал? Вот, выбрал. Ну, и чё... Чё ты не берешь ты его? Что-то я так и не понял. Погоди-ка. А так? Стальная арматура. Вот, я мачете выбираю. Но оно почему-то не выбирает. Что за фигня-то? Так, мне туда надо. Удерживай и нажми. Чтобы оружие... Метнуть оружие. А, метнуть оружие. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, метнуть оружие. Just hurl something at it. Себе. Так, еще один трупак. Убейте все, что движется. Да почему не выбирать? Я вот смотри, вот выбираю это. Мусорные мачете. Ладно, тогда так. Погоди, это у нас... Just our scorecard. Wait, hey, are you guys okay? О чем, все что ли? Come on, Jay. Good bedside manner. Hey. Shut up, cat. Oh God, how the fuck did this happen? It's not meant to be like this. Steady. We ain't lost yet. Слушай, ну через колесо пока не получается выбирать оружие, приходится цифрами. Почему-то, не знаю, не срабатывает. А это-то все? Не, жива еще. Сейчас превратится. Блин, а сейчас мне кажется... Да, точно. Да ё-моё, серьёзно что ли? Да такого это... Лешего-то. Да, пошла того жрать. Каблуком ее давай. А, ладно. Фу, бля. Перебинтывайся быстрее. Сейчас и тот уже превратился. Смотри, у него сразу силы появились вывести. Which way? 66 Alpine Drive. У нас пока еще нет свободы действий, у нас пока как бы все заскриптовано, мы пока просто линейное пока идет прохождение. Ё-моё, это что за фигня?
The Thailand 2. Но вот такое начало. Честно говорю, прохождение никакое не смотрел. Что там будет, не знаю. Еще раз говорю, я играю на пиратке, лицензию купить у меня нет возможности, так как я только в Steam покупаю игры. А войти в игру, ну давай войдем. А сейчас мы еще не в игре были? Так, это что? Ты живой? Слава богу. Джейкоб. Это... Ё-моё. А как здесь оказался? Типа бежал, да, сознание потерял, и на этом все. Something tells me this is definitely Bel-Air. А здесь можно обыскать. Но теперь у нас свобода действий есть. Теперь все, не заскриптовано ничего. Теперь мы можем гулять, как говорится, бродить. Worst hangover ever. Посылка. Жилище Эммы находится на той стороне особняка. Чтобы туда попасть, придется прорываться с боем. Двигать карту. Ну, можно и мышкой даже. А, это все, это вот карта теперь. Блин, тут реально, тут можно это, честно говоря, с непривычки заблудиться. Такая яркая она. На той стороне особняка. Нам сейчас нужно будет открыть ворота особняка. А где это Эмма-то? Я так и не понял. Пока не разобрался, где тут особняк этой Эммы. Вот это что ли, я так понял? Так, ладно, хорошо. Маркеры. Маркеры можно ставить. Доступные задания. Это что такое у нас? Пока не знаю. Район. Ладно. А что, взять его нельзя? Он просто я прочитал и пускай валяется дальше, да? Ты мужик, как тут? Слышь? Вставайте, я говорю, хорош валяться. Так, надо осмотреться. А насчет, смотри, оружия. Я вот выбираю вот так вот, смотри. И он убрал. Мусорный мачете. А еще раз нажал, и ничего не происходит. Ты видал? Четверку нажимаю, достал палку какую-то. Тройка. Двойка это... Это руки. Пятерка это дубина. Шестой это тоже дубина. А как мачете? Вот мусорный мачете я хочу достать. Ты понял, он не достает его почему-то. Блин, ну пока реально непонятно, почему не достает. Но я так понял, у меня вообще мачете-то и нету. Такое ощущение, что он сломался, и как бы все. Непонятно. Я почему-то. У меня нет мачете. Так, выключатель. А. Breaker missing. Так, найти выключатель нужно. Ну, пошли найдем. Понятно, сейчас через гаражи полезем. Так, я вот здесь на всякий случай проверю. Смотри, тут можно посмотреть, но... Кладовочка такая, дверь закрыта. Так, ну-ка назад чуть-чуть. Дай-ка я дубину на всякий случай возьму, она подлиннее, если что будет.
Hold your hoses. Is that a breaker I see? Ящик инструментов. Клинки, метательные детали какие-то там. Блин, тут еще, по идее, разбираться надо будет еще так. Клей. Но это для модификации. Тут вот эти детали. Это я помню еще из первого детайла. Ты собираешь там всякие этот... Аптечка, железный ящик, там всякие клинки, сплав, металлические детали. Протеиновый батончик, а уже полное. Ясно, но жаль, нельзя взять про запас. Так, смотри, погоди-ка. Трубу забрал. Come here, beautiful. Что еще тут? Провод. Все пригодится для ля модификации просто-напросто. Оружие. А здесь нельзя модифицировать, тут нету никакого верстака, судя по всему, нельзя. Так, ну пошли этот аккумулятор куда-то воткнем, наверное, да, или что? Или нам его нельзя сейчас будет никуда воткнуть? Может быть, даже и нет, может быть, как бы он с моим замком там, главное. А, нет, судя по всему, он сюда войдет, смотри. Уклонение, открыть колонку, колоду навыков. Вон, да я уже вижу, трупак идет. Блин, их там трое. Нажми Alt, левый Alt, и выбери направление, чтобы уклониться от атаки. Левый Alt. Доставай дубину быстрее. Ха, как говорю, непривычно. Ключ. Ну вот так, первая смерть. Еще пока непривычно. Левый альт. Я нажимал левый альт. А, блин, я не левый альт нажимал. Вообще неудобно управление. Еще управление получается. Он, блин, внизу находится. Слышь ты, Гаврик, ты мой труп, что ли, доедаешь? По оружию. Он просто убирает, но где мачете, там ничего нету. Иди сюда. Держи. Ядрить, колотить. Так, надо тут поосторожнее посматривать, то эти трупаки могут... Вставай, блин, хорош прикидываться. Слышь, ты... Ты нет? О! Двое еще... Ходячие пацаны. Блин, что я нажал-то? Да, с толпой-то будет вообще беда. Слушай, а медикамент у меня... На какую кнопку-то? На Эш. Нужен ключ или ключ-карту, или код, да?
А закрыть можно обратно? Чё-то я уже не хочу туда идти. Особняк, блин. Блин, у меня есть оружие, но дубину можно да так же. Слушай, погоди, сейчас пойдем, ладно. Сохранение тут есть? Сохранение, оно только автоматически получается, да? Я сейчас, подожди, еще тут проверю. Тут у нас замок. Понятно, что я не могу. Понятно. Идем, значит, в обход. Так, ну что? А здесь вообще блок есть какой-то или нет? Вот я что интересное, я блока пока здесь никакого не понял. Есть он тут, не есть. Это у нас... Только с ноги блок, это просто... Yo, anybody out? Да, судя по всему, тут уже никого нету, кроме ходячих мертвецов, блин. Я их, короче, буду называть ходячие мертвецы. Потому что так оно и есть. Слушай, тут... В угол лучше себя не загонять. Ты сейчас уйдешь вправо, и тут высунутся. Свет включу. Алло, подъем! Хорош валяться. Lock from the other side. Блин, я подумал, кто-то бежит. Magnetic locks. Fancy or foolery? Yoo-hoo! I'm not a zombie. Anybody in there? Найдите и уничтожьте пульт, связанный с такой дверью, чтобы открыть замок. Пульт найти, а где вот? Где он находится-то? Блин, это от моего шум такой, или такое ощущение, что где-то пульт надо уничтожить. Он где? Он здесь что ли где? Протеиновый батончик. А, вот он походу, да? Нет, это энергетик. А где этот пульт, я пока так и не понял. Вот это что ли? Просто плату раздолбить. Вот и все, да, я там что-то... Я думал, там какой-то отдельный пульт будет. Давай сюда, выходи. Ты где там? Идешь? Держи. Куда ты тут? Ты смотри. Реально неудобная вот это вот, когда отскакиваешь, вообще не удобно. Ключ карта. Гаденыш. Так, удерживай, чтобы... Не, нифига себе! Стоп, стой, ты видел? Супер какой-то. Еще откуда? Ты еще там смотришь? Блин, их там двое. Откуда они взялись-то? Или они главный вход открылся как-то? Нет? Нет. Слушай, а их там сколько? Их двое. Демоны сейчас еще... Тут есть еще что-нибудь?
Я всех проверяю. Так. А что я вот этот поднять не... А, во. Провод. Протеиновые батончики, но это... Ну тут, по идее, все, я уже... Короче, нам нужно войти через парадную дверь теперь. Ну, пошли. Войдем через парадную дверь. Но надо вот этих убрать, потому что они, ну, как бы сзади у меня находятся. Они... Алло, народ! Пошла жара. Держи! И еще. А что, подруга твоя была? Ху-ху-ху, ну что, все? А, вот они откуда вышли-то. Они из гаража вышли. Это что, вот эта дверь была закрыта, когда я заходил-то, по-моему, насколько я помню. Две тачки закрытые. Клинки, хлам. Деньги, клей, короче, барахло различное. Ткань, аэрозолевый баллон, еще хламу, провода. Ну, вроде как бы здесь все. Just snip through, out the garden gate, and Emma should be on the same street. У меня оружия мало, вот что плохо-то. Так, стальная труба. Урон плюс 31, а у этого плюс 29. Слушай, стальной трубой-то получше будет. А палки у меня что, они все сломались, да? Ну да. Почему вот это не выбирается? Мачете. Смотри, вообще не могу ее выбрать. Это выбирается, а мачете нифига. Не пойму никак, почему. Так, тут отлично. Надо слева заходить, чтобы... Про сигнализацию пишут, чтобы отключить сигнализацию, сломайте блок сигнализации. Ну да, если сработает сигнализация, к нам, я так понял, прибегут. I love you, Mrs. Pybrinch, but Madam Sword's looking mighty fine. Иди сюда в холл. Иди сюда. Ты там где? Давай, иди сюда. Реально, вот это вот ускорение назад вообще неудобно сделали. С ноги буду прокачивать. Так, пошли там еще одну. Проверим. Вот это. Хорош валяться, прикидывается. Не догонишь, не догонишь.
Нет! Держи! Отлично. Так, тут закрыто. Тут есть что-то? Клей, аэрозольный баллончик. Всякие. Свеча стоит. Ну, пошли на второй этаж. По сути, тут-то все. Погоди. Не то нажал. Так, деньги, крепления. Слышь? Ты спишь? Он спит. Тут забаррикадировано все. Идем туда, наверх. Тихо, тихо, тихо. Слишком жарко. Блин, тут, ё-моё, тут заблудиться можно. Качалка. Не-не, я должен все тут проверить. Не знаю, все, что было, короче, здесь забрал. А я смогу, если что, туда сигануть, если вдруг толпа побежит. Еще надо научиться уворачиваться, потому что уворачиваться пока мне вообще неудобно. Честно говоря, левый альт, он вообще тут так неудобно расположен в плане управления. Нам куда-то туда. А здесь есть? Здесь есть. Но я хочу здесь тоже все обыскать, потому что чтобы не оказаться в... Тихо. В ловушке. Опа, у нас там бассейн, и там я уже вижу. Ходячих. А что, нельзя с собой двери-то закрывать? Было бы прикольно, двери закрыл, да и все. Аптечка. Забираем. Эммас is left. Straight out the garden gate. У меня скоро оружие закончится. Тут никто не выбежит. Из этих не выпрыгнет. Тут ничего нет полезного. Фу, их тут трое. Держи. С ноги, с руки. Блин, сломал. Серьезно. Так, чтобы выбрать круг оружия. Да толку-то от вот этого выбора. Я не могу выбрать мачете. Кий. О, кий у меня есть теперь. Один гаврик идет. Дай я... А, кий. Во. Дай-ка кий попробую. Блин, так можно откинуться. Срочный укол. Тихо, не-не-не.
Блин, их двое. А, назад. Фу-фу-фу-фу-фу, там неудобно, реально. Говори. Кикбоксер. Да я так скоро без оружия останусь, серьезно. Там еще внизу куча, еще один кей. Обыскать по возможности. Ну что, пошли. Такая миссия-то долгая на самом деле, да? Тоже энергетику. На халяву-то пока есть возможность попить. Тут ничего нет такого. Нету. Так, ну что, у нас впереди еще куча-куча всего. Миссия такая на самом деле очень длинная. EJ, Emma Jones. That's the place. По сути, мне нужно сюда, мне. I remember a time when you could just leave your front door. Панель безопасности. Найдите код от задних ворот. Но как обычно, нужно искать внизу, и там сейчас будет в бассейне еще и так далее. Блин, а тут сохраниться нельзя никак. Так, ну, блин, сохранится здесь, походу, только автосейв. У нас уже где-то трупак рядом. Потому что такая стоечка. Я вот что думаю, может быть, сначала на улице с ними разобраться. Сколько их тут вообще много? Блин, а их, слушай, их там много. Трое, четверо точно есть. Если они побегут сюда, они меня тут зажмут. Я так обыскиваю, мало ли что-то полезное. Тихо, только не кричи сильно. Не зови на помощь никого, хорошо? Давай один на один разберемся. Чтобы продвинуться по расследованию, ищите улики. Как тебе массаж? Я здесь. Слышь, говорю, я здесь. Улики, это вот это, скорее всего, да? Аптечка. Деньги. Пока я не знаю, зачем мне тут эти деньги. Вот записка какая-то. Boom. Hey, this is a nice kitchen. Код от задних ворот. В смысле, я нашел, да, получается? Ну, судя по всему, да.
Почему за собой нельзя закрывать? Это же было бы вообще круто. Ой, я там вижу уже. Давай, открывай, а то меня сейчас тут в окружение возьмут. Jacob, bruv. From the crash. Oh, okay. Come in. Oh, mama. Все закрывай, ё-моё. Чё у тебя тут всё открыто? The big white bus. Just get it all out. Давай же, живей. Запускай. С ноги, блин. Get in. Запускай меня. Everywhere. It's a miracle you didn't get bit. А то выломаю. Ew, is that? Had a bit of a man at the office, darling. Отними у него пистолет, пока он не нажал. Ты что, серьезно, что ли? Да это кошка поцарапала, хорош. Сейчас курица старая нажмет, и все эти сбегутся. Кусайте. Well, I'm back now, and you are still my housekeeper, so give me the bloody... Oh, о, теперь у меня пистолет. Да ладно, серьезно. Emma, we've got a problem. Our friend here has been bitten. So? What the bloody hell does that mean? It means we'll turn into a beast. We must kill them. This is not a fucking movie. I'm not killing them. It's definitely not my job description. Oh, God. То дайте мне какую-нибудь таблетку полезную, да? Все. В кому впал. Автосохранение прошло или нет? По идее, это должно было пройти. О, меня пристегнули. К беговой дорожке мне. Say something. Was I shot? Michael fainted, and the gun went off. Fucking idiot almost hit me. And you simply had to take advantage. Hey, my fever's gone. You do seem better. And the bite's healing too. But you're staying locked up. But I feel dandy. That proves that... No, it proves nothing, okay? We people are eating each other out there and... No one knows anything about what's going on. And I can't get hold of my agent or my manager. Look, you can let me out. I'm a good boy. Swear on my mom's grave. Bed by night. Слушай, ну получается, nice у них вот эти окна, они такие бронированные, да? Но получается, как бы, если тут... Если их не сломали до сих пор. А, вот они уже пробуют. А я говорил, блин, ворота-то закрыть надо. Автосохранение сделайте мне. Алло, народ! Новый уровень, третий. Во, а что это такое? Способности, есть новые карточки, которые будут добавлять что-то. Выживальщик, истребитель и нумен. Колода навыков. Это колода навыков. Навыки — это боевые приемы и бонусы в виде карточек навыков, которые вы находите и получаете в процессе игры. От колоды зависит ваш стиль игры. Задавайте и меняйте его. Выбирайте те или иные карточки навыков. Ну, их менять, получается, можно. Так, ее надо поместить в открытую ячейку, карточку. Хорошо. А, у меня уже вот, да, получается, какая-то карточка-то есть. Так, ну это все про карточки. Ага. А, погоди, стой. А как... модифицировать. Ага, понял. Так, это у нас выживальщик. Три карточки. Небольшой бонус к урону. Дальше это что у нас?
пинок на посошок. Пинки и пинки в прыжке. Получает средний бонус к урону и силе удара. Но я думаю, вот урон-то по вот этот пинки-то получше будет нам, да? Поработайте над защитой. Своевременное использование блока или уклонение дает здоровье. Давай пока пинки поставлю. Их тут две. А две нельзя ставить, что ли? Сразу-то, да, получается, как бы. Пока нельзя, получается. А все, сохранение прошло, отлично. 2500 опыта дали. Сюжетное задание выполнено. Как посмотреть? Ну да, все. Так, ну что, ребят, на этом будем заканчивать первую серию. На самом деле, я думал, она будет минут 30-40, но она вышла на целый час. Дай-ка я пока тут обыщу ихнюю качалку. Хлам всякий, вот. Смотри, гриф от штанги взять, я думаю, можно неплохо было бы вломить. С грифом бегать его вообще никогда не сломаешь. И ни об кого не погнешь. Так, ну вроде как бы все получается, да, и нам нужно будет идти уже туда. Так, ну что, ребят, на этом все. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.